8 марта уже на носу. Вы уже наверняка купили подарок для своей девушки. Остается полностью покорить ее потрясающе вкусным десертом. На сковороде растопите сливочное масло и добавьте коричневый сахар. Перемешайте и дайте покипеть пару минут, пока масса не станет однородной. Бананы нужно почистить и нарезать дольками толщиной 2 см. Соедините их с карамелью и обжарьте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Перед подачей можно украсить десерт сиропом или соусом. Мы используем шоколад. Растопите его в микроволновке или на водяной бане. Дольки банана полейте шоколадом и выложите на тарелку. Мороженое идеально дополнит блюдо. Полейте десерт медом и присыпьте орешками. Все готово. Поверьте, такой десерт не оставит равнодушной вашу вторую половинку. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.